Сейчас уже по жопе будут пинать. Голодранцы на Шкоде. Быстрее едь, ведро. Короче, я требую, чтобы ввели новую немецкую ветку йох-танков. Как здорово-то. А что сделаешь? Все. Улыбаемся и машем. Я еще свечусь, интересно. По-моему, это прекрасно. Надо тут сдохнуть. От души душевно в душу. Необъяснимо весело пролетела ТВПшка. Не знаю, что хотел. Но, по-моему, он сделал красиво. Куда он вообще? В те дома? Ой, какие же игроки смешнюнские. Конечно же, они в моей команде. Прикол, я повалил дерево, прикинь, мне какая-то свинья откуда-то с другой вселенной прислала. Охренеть. Что это? Это Исуха откуда-то там, вот оттуда, что ли? Что за бред? Ему там разве видно дерево, которое я повалил? Да господи, да господи, почему и не ему так? Что, почему я должен из-за этого хлебнуть? Ну как я в него не попадаю? Потом один хп. Что ты за чудовище на Воване? Как это играть в это говно? Простите, в игру. Как? Один хп? Ну и очевидно, что он богом береженный. Ну не два ведь осталось. Ну не три хп. Один всегда останется один. Чертовы патенты. Что нахер? Что это такое? Он мне в эту половую щель отправил 2 из 2. Уа! А там... А! Охереть, какой прострел! Тупо киберспорт. Да почему сейчас-то? Я все равно получу 2 из 2. Неминуемо. Неминуемо. На... Да пух! Да как? Да почему? Что за говно-то? Очередной крученый пес коробочный, что ли? Какого хера ему не залетела вторая? Бред просто. Я думал, еще подпал ему ответ. О чем я вообще думал? Подпал, ага. Попади. World of Bebra. Я не знаю, своим постоянным зрителям давным-давно уже миллиард раз рассказывал. Но правило джентльмена по поводу отношения к автомобилю звучит так. Твое авто должно стоить 2 твоих зарплаты. Ты скажешь, ну у меня зарплата, допустим, в 15 тысяч. Что я могу купить за 30? Я тебе рассказываю. Моя первая машина была Шаха. И она стоила... Ну, мне ее подарил тесть, начнем с этого. А потом я ее продал за 24. То есть она стоила меньше, чем 2 моих зарплаты. Она также ездила, я также умел ездить. В смысле, учился ездить. И все-все. Если у тебя зарплата в 50, ты можешь себе купить офигенную тачку за 100. Это будет какой-нибудь подержанный японец в плохом состоянии, само собой. Но поскольку японец, он неубиваемый. Там, если колеса не восьмерками и руль крутится, то все остальное будет ок. Все. Кредит для автомобиля, особенно первого, это только удел безграмотных и безголовых детей. Ну типа, ой, я куплю себе Hyundai Solaris обязательно новый, в кожаном салоне, обязательно в кредит. И таких идиотов полная страна у нас, а потом на них... Ну, как бы, о них все потом шутки шутят. Я бы на твоем месте таким бы не был. Авто должно стоить 2 зарплаты. Если хочешь крутое авто, больше зарабатывай, дружочек. Покупать в кредит можно лишь только одно. Это квартиру. И то нужно трижды подумать, потому что соблазн купить абы какую квартиру сейчас. Потому что кредит дают легко и просто. Ну, это другая, короче, тема. Вот так. Вот что я об этом думаю. Стой, 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 сынок, стой, стой. Сейчас не полетит. А, ну подожди, ну я... Оно летело точно, ну здесь же показывает зеленое, а чё не пробил? Ну? Ну пикай, пожалуйста, ну больше некому пикать. Антидогония, ни одного врага нет. Тут Дианел, это как Диарея и Данил одновременно у него ник. За мафинкою втаял.
Я же под кемпул вышел, я что делаю, дурак? Я вообще пьяный, что ли? Надо уходить нахрен. Я что творю-то? Ой-ой-ой-ой, какой же я глупый. Боже, что творю? Ё-моё, просто такой тупой. Оу май. Второго такого тупого. Что я делаю? Я какой-то туннельный имбецил. Я вижу какую-то цель, и у меня сразу, ну, отметается здравомыслие. Я под всю кемпу встал. Вот сюда и вот сюда. Это худшая позиция на этой карте вообще. Как? Что помутнилось в голове у этого стримлера? Почему я сюда приехал? Нету ни одного вообще вменяемого ответа. Ни единого. Я не могу это объяснить. И не испытываешь никаких вопросов. Хочу кликнуть в котика. Кликни себе в анус, пес. Тут даже вот специально сделано. Вальгалла. Ты в нее входишь и говоришь: я иду к тебе. Тьфу ты, мать твою. Чинись. Все, я иду. Я иду к тебе. 12-й год. Может быть, там портал в это. В наш любимый 12-й год. Блин, а чё я раньше не приехал? На воду смотришь, успокаиваешься. Еще бы огонь где горел, и люди работали. Красиво. В смысле? Это чё, рофл? Блин, он мне двигло сломал, не повернусь сейчас. Синий спецназовец просто меня расхерачил. А куда мне его сверху его пробил? Не, все, сосем. Как же больно, прям по ЧСВ ударил. Ай, как больно. Как больно сейчас было. Как больно быть убитым алкоголиком 45% на семере. Ничего ему не сделаешь. Ай, как больно болезнь. Рыбки бы сейчас, да? С пивком. Уф. А зачем здесь лесенка? В окно лазить? Вот это против, ну как бы это лесенка на крышу, вот, да? На крышу. Понятно для чего. А это? Лучше бы рыбки, честно, чем эту лесенку увидеть. Даже не могу представить для чего. Ну, противопожарная лестница, она по-другому уже выглядит. Она типа там собрана, да, ее пускают потом. Это же американщина тут типа. Тут просто лесенка в окно. Чувачок, вот так делать вообще нельзя. Понял свою ошибку? В смысле, ты не понял? Поехали вперед. Все, я личность. Меня обидели. Все, договорились. Можно было и попросить. Должно быть.
Еще 800 или 900, да? 1300 урона. Да! Анскильное говно стреляло весь бой блайндами, чтобы две тычки дать. Это я. Здравствуйте. Очень приятно. Сейчас бы Кормана в мои бои, он бы был такой радостный. А я ненавижу эти бои, понимаешь, Проха, Малина, подряд. За что? Это просто бесит. Ну как издевка просто. Ванька, спасибо.